Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. This way. I was born in a plane. In my Mama said that every word was my name. Right. I'm the best right. You've ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. Well, I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Fireball. Walk this way. I was born in a frame. In my Mama said that every word was my name. Right. I'm the best right. You've ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. Well, I'm on fire. Fireball. Итак, а мы продолжаем. Так, давайте знакомиться с следующей командой, которая пришла к нам со сцены только что. И команда называется... Танцевальная школа FM Эльвиры Валиевой. Танцевальная школа FM Эльвиры Валиевны. Как у вас дела? Отлично, классно. Настроение хорошее? Да. Как выступили? Хорошо, я слышал, как там люди вам аплодировали. Я уверен, что это было очень даже хорошо. Страшно было на сцене? Да. Немножко было страшно. Страшно всем бывает, даже профессионалам. И таким, как мне, и даже вашей руководительности. Руководительнице, точнее. Приедете к нам еще выступать? Обязательно, скажите, да? Сцена понравилась? Да. Люди понравились, которые на вас, зрители все? Да.
Отлично. А как зовут вашу руководительницу? Эльвира Хамитова. Давайте спросим у нее, как вам выступление ваших деток? Детки выступили отлично. Наши детки всегда хорошо выступают. Были небольшие косячки, но мы будем над ними работать. Отлично. Мы вам желаем, конечно же, побольше побед, и чтобы они всегда выступали так же отлично, как и сегодня. Какие-нибудь пожелания или общие впечатления о конкурсе можно? Да, мы очень рады, мы у вас первый раз принимаем участие на вашем конкурсе. Очень-очень-очень благодарны за вашу организацию, все хорошо, нам нравится. В дальнейшем обязательно будем посещать еще. Удачи вам, развития побольше. Все, спасибо. Спасибо большое, мы также вам желаем удачи и успехов. Побольше же побед. Также будем с нетерпением ждать вас в следующий раз и в следующий раз на нашем самом лучшем конкурсе Showtime.